Так, поехали. Добрый вечер, дорогие мои друзья. Давно мы с вами не виделись, не слышались. Очень рада вас видеть и приветствовать на нашем последнем теоретическом вебинаре курса «Волшебство 2. Упражнения». Сейчас, сегодня я вам дам довольно большой объем материала. Вы, пожалуйста, не пугайтесь. На самом деле все просто, все гармонично и все подлежит законам природы. Я корректирую то, что лошадь заваливается на меня плечом, указывая направление и дотрагиваясь до шеи. Мы продолжаем бежать по прямой. Обязательно давайте сигналы, когда вы уверены во внимании лошади и в ее готовности к этому импульсу, да? Вот, все это вот такое сканирование взаимное лошади вас, вас самих себя и лошади, это все действительно напоминает медитацию. Вот здесь очень хорошо получилось у нас с Гришей. Я отослала Гришу назад через осаживание, показываю направление. То есть это еще один способ выслать лошадь на круг, да? И домахиваю провоцирующей рукой хвостом. Давайте вспомним, какие мы упражнения с вами делали в течение вот этих всех недель, да, я уже назвала четвертая неделя, да, у нас, наверное, восьмая пошла. Но самое парадоксальное, что все наши упражнения, проходки змейками, вот этот рэп, осаживание, пробежки с лошадью, увеличение, уменьшение скорости, виртуальный круг, смена направлений, рысь, галоп и даже внутрь плечом на виртуальном круге. Это все возможно сделать за одно присоединение, за один день, если вы понимаете, как это делать, да? То есть вы сможете, когда вы научитесь, вы сможете с любой лошадью все эти упражнения, ну, максимум за 4 дня, да? Если, допустим, вы захотите подчеркнуть и закончить занятие, когда лошадь к вам подошла, за вами стала ходить, допустим, первый день присоединения. Допустим, день второй занятие или второй день вы будете заниматься вот на осаживание, на уважение, вот на эту всю толкотню, да, и на движение рядом. Третий день вы уже включите в динамику, и четвертый день вы уже включите внутрь плечом. То есть это фактически не четвертая неделя, а четвертый день. Или это один и тот же день, одно и то же присоединение. Потому что если оно сделано по-настоящему, если вот этот 1% уважения, он вот бриллиантовый, вот он прямо вот платиновый, да, то у вас все обязательно получится. Чисто-чисто и замечательно. Поэтому, конечно же, добро пожаловать на семинары. И все у вас получится чисто на языке тела, очень легко и гармонично, и на энергии. Леголасу самому понравилась эта остановка, и он мне говорит: спасибо, ты молодец. Всегда работайте, старайтесь работать над каким-то одним аспектом на вашем занятии. Конечно же, не забываем, что мы должны давать задания, должна быть движуха какая-то, лошади должно быть интересно, не считаем ворон.
Гриша – это очень особенная лошадь. Он умен, игрив, очень любопытен. С ним никогда не соскучишься. В начале занятия Гриша, как всегда, решил похвастаться своей знаменитой походкой заднеприводной лошади. Первые попытки срусить. И Гриша напоминает мне, что спать нельзя, нужно быть начеку. Мы включаемся в игру, мы включаемся в диалог. В этом диалоге я стараюсь лошади показать ярко, что от меня, чем дальше от меня, тем больше дискомфорт. Посмотрите, как чутко Гришка реагирует на язык тела и как четко он принимает приглашение, резко останавливаясь. Сейчас Гриша настроен на диалог. Я завожу его к стенке, и Гриша останавливается очень и очень хорошо. После этого я даю ребенку отдых, даю веревку в зубы, понижаю энергию, обнимаю его, хвалю и радуюсь нашему маленькому успеху. Чем внутрь вокруг. На самом деле это, ну конечно же, это волшебство, да, но это не сказки, это все реально. И вот этот мир, я вам открою секрет, я это вставила вот в наш курс, и именно потому, что это делается настолько натурально, настолько на законах природы, настолько на энергии, на языке и тела, что я не могла об этом вам не рассказать. И именно плыть, бегать вокруг нас. Опять я меняю направление. И вот. Я как бы танцую с лошадью. Сейчас было движение плечом внутрь, вокруг человека. И лошадь двигается таким образом, гимнастируя себя. Очень хорошо, прекрасно гимнастируя себя. Вот. И мы уже в полном чистом контакте с лошадью. Чтобы расширить круг, это жест в сторону носа лошади, чтобы лошадь пошла по более широкому радиусу. Остановка лошади на траектории круга. В данном случае у меня получилось со второй попытки, но Леголас меня понял и остановился. Всегда в вашем взаимодействии с лошадью есть элемент творчества, общения, диалога. Это настоящий танец. Забудьте про все. Почувствуйте в себе ребенка. И попробуйте просто танцевать с лошадью. У вас все получится.